И всем привет, вы набрали лайки, то есть 80 лайков набрали на последнем видосе, спасибо за актив. Сегодня на игровом канале вышел эксклюзив, где Паша убегал от соборовцев. Но в конце я увидел одно, то что он добежал до лестницы со второго этажа, на которой может спуститься на улице вниз, то есть она с другой стороны. А собраться совсем с другой стороны, на входе в базу. Я думаю, он бежит в лес, так как мы знаем, что там большое поле, большая территория леса. В общем, скрыться от них. На базе, к Олегу также на базе в четверг, вчера, получается, вышел эксклюзив, где Олег записывает и говорит, что они приехали. Я думаю, что они, это уже было после того, как они бежали за Пашей. Но мы знаем, что все они ищут Пашу, Женю. Так что я думаю, они просто приехали, чтобы провести обыск и найти Пашу. Также я эксклюзив выкладывал, где говорят, чтобы Антон написал чистосердечное признание, но там никого абсолютно, кроме соборовцев, нет. Я думаю, никого не посадят и все останутся. Ну а на этом все. Понравилось, не знаю. Не часто записываю такие видосы. Всем пока.